Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим небольшим покупкам марта. Я решила записать видос, думаю, вам будет интересно. И, в общем, когда-то я там то ли у Аленки, то ли у Насти Зарезко, кого-то я девчонок, может, у Насти Лукьянова, кого-то, в общем, видела на YouTube. Обзор этих, именно одного из этих средств точно видела, это Organic Shop, Organic Kitchen. И тут у нас в атаке на часовом. Так, если вдруг какой-то был потусторонний звук, типа шурх, то это кот, по ходу дела, в коридоре что-то пытается раздолбать. Я все еще продолжаю разбор квартиры. Короче говоря, в общем, увидела Organic Kitchen, Organic Shop, что-то в пределах 60 с чем-то рублей. Эти маленькие баночки 100 мл, но решила себе прикупить про запас. Пока еще не открывала. Это вот у нас хрустальная туфелька, полирующий скраб для ног. Морская соль и косточки белой смородины. Только пищевые натуральные красители. Консерванты, точнее. 100 мл, ну и Organic Shop вот такой вот. Сроком он до февраля 2017 года. Хоть я сейчас пока тестирую косметику Savonry, но думаю, может быть, сегодня все-таки попробую этот скрабик для ног, потому что скрабика для ног у меня, в принципе, давно не было. О, я его все-таки вскрыла. Чем пахнет, не пойму. Вот такой вот белый, с вкраплениями, и вообще он мне напоминает, знаете, такое, не знаю, может, вам в детстве вашей мамы, бабушки, дедушки, там, ну, дедушка у меня, допустим, кашу умел готовить. В смысле, готовить умел вообще. В общем, если, возможно, вам в детстве ваши родственники или просто вы сами когда-то делали мусс клюквенный, допустим. Обычно клюквенный кацон бывает. И там кацон на манной крупе. И вот примерно похожая консистенция, только он белый. Вот если его сделать розовым, это вот похоже на клюквенный мусс. И у меня так возникает желание это слопать. Чуть-чуть заметный аромат, такой унисексовый, как вот бывают такие туалетные воды для мужчин, которые подойдут и женщинам. Ну, тут немножко на крышке осталось. В общем, я его запользую и потом в пустых баночках расскажу свое мнение. Ну и если вам интересно, могу отдельно обозреть. Вот такой вот. Вот этот вот я как раз видела у девчонок в обзорах. Это Organic Kitchen розовая мочалка, очищающий скраб для тела. Букет пионов и органическое розовое масло. Что меня подкупило, я люблю розовое масло и люблю пионы. И букеты, и сушеные, и заваривать в чай. Только пищевые натуральные консерванты, 100 мл. И сроком он у нас тоже до февраля. После вскрытия оба живут 6 месяцев. Сейчас мы его вскроем. Кстати, вот этот вот похож на клюквенный мусс. Я прям давно не ела клюквенный мусс, сама его, конечно, не делала. Да, я такая лентяйка. Родня тоже давно как-то меня не баловала таким счастьем. Ну и бабушка вообще раньше делала еще его. В общем, он может быть потемнее. Я сам по себе клюквенный мусс, или это посвежее, чем клюквенный мусс. Но очень смахивает по консистенции, вот такой нежное. Вот розовым маслом я как-то не чувствую, чтобы тут пахло. Но чем-то таким пахнет. Не сказать, ну, не химическим, не напряжным, но точно не розовым маслом. И, наверное, его тоже все-таки протестирую. Хотя у меня еще стоит пилинг от Насти Зарезко, этот польский, не, кажется, Джанны, фирма Джанна. Ну, еще открытый там скрабик. Ну, в общем, может быть, сегодня я его даже их протестю. Вот такие вот баночки. Ну, потом я купила себе, вообще не поверьте, я зашла, значит, в этот, в Дикси у нас там в районе, напротив третьей школы, где моя тетя работает, есть у нас там, не Дикси, сейчас вспомню, Пятерочка, ну, там много чего есть, там с одной стороны Дикси, налево пойдешь в Дикси, попадешь, направо пойдешь в Пятерочку, упрешься. Пятерочка как раз в здании гостиницы Углич, где там газета, телевидение местное, имени у города, и раньше был ресторан «Лада» с дискотеками. В общем, стоит вот такая зубная паста. 160 с чем-то она стоила, без скидки вообще стоит паста, значит,
Я смотрю, думаю, что-то такое знакомое. Когда-то давно, когда я была мелкая и все лето проводила в деревне, мама покупала такую пасту. Я помню, пару раз, наверное, запользовала и уехала в деревню. И мне так было обидно и жалко, что она, сволочь такая, закончилась. Оказалось, что так ее много, ее хватит, ну, там, не знаю, лет на 100, да. И потом просто ее нигде не продавали, соответственно, мама не покупала, я не видела. Тут я увидела, я минут 10 думала и пару раз возвращалась к этому прилавку. Потом решила купить, думаю, живем один раз, сказала я себе мысленно, Лёля. И, в принципе, если чего-то очень хочется, то этого требует организм, как говорит моя тетя. Однажды сказала. В общем, это у нас освежающая мятная Аквафреш формула тройной защиты. Точно такая же, как тогда была в детстве, полосатая, белая, красная, синяя полоса. 24 часа активная защита от сахара. Внезапно. Помогает обеспечить тройную защиту полости рта. Здоровые десны, крепкие зубы, свежее дыхание. Как дыхну после этой пасты на вас, так освежитесь, что не в жизнь. Так, после вскрытия 12 месяцев, 100 мл. И сроком годности она до апреля 2019 года. Вообще у меня еще стоит там паста. И фиг знает, как там мой переезд когда будет. С одной стороны, я бы, конечно, ее вскрыла, когда уже буду на новой жилплощади. С другой стороны, так охота именно эту пасту поюзать. Но тут моими ногтями не обойдешься. К тому же они, ну, наконец-то стали более-менее расти. Последние 2 с лишним месяца они постоянно ломались. Хоть лупай кальций, хоть не лопай, хоть втирай ни к чего. Ну и, конечно, я купила, раз паста новая, то новую зубную щетку. Во-первых, моя чего-то вдруг мне стало больно деснам от нее, хотя, ну, как раз вот в те моменты, когда эти чертовы зубы начинают снизу говорить, что ой, у меня там появился молочный корень, точнее, не молочного зуба, и сейчас этот молочный зуб мы выпрем и сами вырастем. В общем, десны, видать, набухают, зубная щетка по ним попадает, им неудобно, и мне неприятно, и я решила попробовать вот эту вот. То тут щетиной для языка и зигзаг щетинками. Фиг знает, что за зигзаг щетинки. Помогут ли они моим зубкам побыстрее, блин, подрасти и вытолкнуть старые молочные. И, кстати, вот сейчас я заметила, тут вот по ходу дела такой вот колпачок прямо на щеточку. Скрывать уж я ее пока не буду. И фирма Oral-B. Сделана она 25 августа прошлого года. Procter & Gamble. Ну и написано, как чистить зубы. Да, кстати, по-моему, вот здесь вот был, да, вот здесь было написано, что зубы чистить на не менее 2 раз в день, но не более 3. Я помню, мы с Глебушкой как-то по скайпу трындели, и он как раз говорил, что вот это европейцы такие чистили, или куда-нибудь пошел, могут по 10 раз за день почистить зубы. Пошел куда-нибудь, зубы почистил, пришел куда-нибудь, откуда-нибудь зубы почистил, не знаю, так или нет, но вот он говорил о себе. Видимо, больше 3 раз зубы в день чистить нельзя, по крайней мере, этой пастой. Вот такие у меня небольшие были покупки. Ну и если вам это было интересно, да, советую эту пасту. Даже еще до вскрытия вообще советую, хотя бы просто потому, что вот она такая, я так понимаю, она там надавливается, колпачок снимается, сколько я помню, надо надавливать. Она должна быть экономичной, чисто хотя бы потому, что тут есть дозатор. В общем, советую вам такую пасту. Не пожалейте, придушите вашу жабу, если она вдруг будет вас душить. И, наверное, на этом все. До новых встреч. Проводите больше времени на свежем воздухе. Пока!